Меня очень часто спрашивают, а на какой высоте должен быть установлен электрический щит в квартире? Высота установки щита регламентируется только требованиями установки счетчика электрической энергии. То есть согласно ПУЭ, пункт 1.5.29, расстояние от пола до счетчика должно быть от 0,8 до 1,7 метра. А в большинстве случаев высота установки щита регламентируется просто желаниями заказчика. Но есть небольшое исключение, оно к нам, конечно, не относится, но просто расскажу, чтобы вы знали. Если щит открытой установки расположен на лестничной клетке, то расстояние от пола до щита должно быть не менее 2,2 метра. Это согласно свода правил СП-31-110 от 2003, пункт 13.6. Это сделано с целью того, чтобы не загромождать и не уменьшать проходы согласно норм пожарной безопасности, так как лестничная клетка является путем эвакуации граждан в случае пожара. Учитывая вышесказанное, высоту установки щита, в моем примере, я выбрал таким образом, чтобы первая денрейка щита, она вот здесь вот будет установлена, примерно, была примерно на уровне глаз для удобства снятия показаний со счетчика. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Будут вопросы, предложения или замечания, комментарии к вашим услугам. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч!